23 марта состоялось открытие 15-го Благовещенского православного педагогического форума. Работу форума открыл митрополит Екатеринодарский Кубанский Павел и обратился к участникам с приветственным словом. Желаю всем вам помощи Божией в вашем очень ответственном служении Отечеству нашему, людям, потому что от вас зависит будущее нашего Отечества, будущее нашей Церкви. Министр образования края Елена Викторовна Воробьева обратилась с напутственными словами к педагогам. Этот форум стал еще одним генератором идей, проектов на благо главного для нас человека, нашего ребенка. Председатель профсоюза работников образования Даниленко Сергей Николаевич отметил важность проводимого мероприятия. Проходило в более масштабных, более межрегиональных. В этом году форум собрал около 100 учителей предмета основ православной культуры и их помощников, а также духовенство митрополии. После официальной части мероприятия состоялась встреча митрополита Павла с учителями, в ходе которой владыка ответил на вопросы участников встречи. Хочу сказать сердечную благодарность, слова сердечной благодарности всем организаторам и участникам этого замечательного 15-го Благовещенского педагогического форума. Искренне радуюсь тому, что сегодня есть такая возможность пообщаться с преподавателями, послушать замечательные выступления, замечательные слова приветствия. Чувствуется, что преподаватели очень эмоционально, очень чутко реагируют на складывающуюся ситуацию у нас в образовательной системе. Все переживают сегодня за детей. Все сегодня переживают за будущее нашего Отечества. И я думаю, что и сегодня, и завтра, и в последующие дни работы форума преподаватели будут вот так же открыто дискутировать, обсуждать все, что их сегодня волнует в образовательной системе.